Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить лепешки. Для этого нам понадобится 4 стакана муки, 2 яйца, пол-литра кефира, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка уксуса для гашения соды, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара, полстакана подсолнечного масла. В глубокую емкость разбиваем 2 яйца. Добавляем соль, сахар, соду гашеную уксуса. Добавляем кефир. Все перемешиваем. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Готовое тесто оставляем отдохнуть на полчаса. Затем делим его на части. Примерно 4 части получится. Каждую часть раскатываем в лепешку толщиной 0,5 сантиметра. В сковороду наливаем подсолнечное масло и даем ему нагреться. Затем выкладываем лепешку и поджариваем с одной стороны. Как только сторона подрумянилась, переворачиваем на другую сторону. Если при протыкании ножом лепешки нож остается сухим, значит лепешка готова. Выкладываем лепешки на блюдо. Приятного аппетита!